Али Макрамов работает нейрохирургом уже 10 лет. Он окончил Ташкентский педиатрический медицинский институт, затем магистратуру и в течение нескольких лет проработал детским врачом. В Одинцовской областной больнице Алим Зарибович планирует открыть детскую нейрохирургию в составе общей. Пока трудится в отделении травматологии и ортопедии, но уже совсем скоро все изменится. В Одинцовской областной больнице планируется открытие нового отделения, называемой нейрохирургии. Раньше нейрохирургия в Одинцовской областной была в составе травматологии и ортопедии. А сейчас планируется открытие нового отделения. За счет средств областного бюджета в операционное отделение было закуплено новое высокотехнологичное оборудование. Нейрохирургический микроскоп, передвижная рентгенодиагностическая установка, наркозно-дыхательный аппарат, электромеханический операционный стол экспертного класса и все, что необходимо для проведения сложнейших операций и поддержания жизненных функций организма пациента. Благодаря такому арсеналу Али Макрамов успешно провел первую нейрохирургическую операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска. Это довольно часто встречающаяся патология среди молодых людей. Хирургическое вмешательство прошло под микроскопическим контролем. С помощью интраоперационного рентгена и микроскопа, да, намного короче, намного проще и намного качественнее происходят все эти операции. И под микроскопом визуализируются все структуры спинного мозга, эти корешки, микрососуды, чтобы можно было контролировать кровотечение и можно будет извлечь данную грыжу без всяких повреждений нервных структур. В ближайшее время в Одинцовской районной больнице планируется провести закупку инструментов для операции по поводу аневризмы сосудов головного мозга. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».